На пол стелим пробковую основу, чтобы выровнять поверхность и обеспечить дополнительную теплоизоляцию. Укладываем дубовую паркетную доску. Средний слой каждой доски из гивеи, каучукового дерева. Эта прослойка делает паркет более прочным и устойчивым к перепадам влажности. Клей здесь не нужен. Механический замок делает укладку максимально простой, а соединение жестким и плотным. Мы намеренно выбрали более светлый оттенок. Такими же будут и ступени на лестнице. Эта дубовая паркетная доска отличается высокой прочностью, она стойкая к истиранию и не гниет. А в дачных условиях эти качества очень ценны. Щелей. Пол рассыхался и скрипел. Сейчас по нему, конечно, удобно и комфортно ходить. Он без щелочек, без задоринок, как говорится, без сучка и без задоринки. Пол очень красивый. И цвет очень красивый. Сохранен натуральный цвет.